Смертность снизилась, рождаемость увеличилась. Достигли этого не сразу и не просто. Главное – предупредить болезнь еще до ее развития, говорят медики. В помощь всем желающим – городской центр здоровья. Работает уже более 5 лет. Только в этом году учреждение посетили более 32 тысяч человек. В частности, не так давно созданный кабинет по отказу от курения. Наши цифры, они покажутся вам небольшими. Полностью отказались от табакокурения 9% посетивших. Ограничили потребление табака 94 человека. Но дело в том, что вы сами знаете, что табачная зависимость – это самая тяжелая зависимость даже в сравнении с наркозависимостью и употреблением алкоголя. А значит, эти показатели уже победа. Одержать верх врачи пытаются и над сердечно-сосудистыми заболеваниями. Это приоритетная задача 2015 года. Смертность от таких недугов составляет 45% от общей. А полностью здоровы лишь 11% горожан. Далеко не каждый вовремя проходит обследование. В ход решили пустить современные методы оповещения. Можем, конечно же, на каждого влиять, допустим, смс-сообщение, пройди, пожалуйста, диспансеризацию, да, посмотри свою, измерь свою талию ежемесячно, будут напоминать, или измерь свое давление, прими таблеточку. Не забывайте, что я тоже врач, начал заместитель мэра Улан-Удэ. Вопросы здоровья населения волнуют и власти. Наладить взаимодействие с ними – одна из главных задач медиков. И здесь уже немало сдвигов, в частности, контроль питания в школах и детсадах. В 2015 году участники совещания намерены следовать выбранному курсу. Ася Касьянова, Вячеслав Сердюченко, новости дня.